Уважаемые родители, в связи с наступлением летнего периода, дети много времени проводят без присмотра взрослых. Большую часть времени они будут находиться на свежем воздухе, поэтому возрастает опасность получения травм. Побеседуйте с детьми, обратите внимание на безопасность при провождении свободного времени в детских лагерях, на улице и дома, отдыхе у водоемов и тому подобного. Помните, ребенок берет пример с вас, родителей. Пусть ваш пример учит его дисциплинированному поведению на улице и дома. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев. Вопросы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на объектах массового отдыха детей можно задать по телефону дежурной части 8 351 43 2 26 06 либо 02.